Завтра в Анапе пройдет «Ночь музеев» – девиз всероссийской акции в этом году. Из поколения в поколение – семейные традиции. Вечером 18 мая Анапский археологический музей откроет двери для посетителей. 18 часов у памятника. «Русские ворота» – состоится премьера представления по книге «Военно-исторический очерк города Анапа». 18:40 в Гаргипе начнется большой экскурсионный час по заповеднику. А с 19:40 до 22 часов посещение выставки и экспозиции будет сопровождаться консультацией научных сотрудников музея. На интерактивной площадке все желающие смогут окунуться в атмосферу Древней Греции, примерить доспехи, приготовить муку и не только. А в 20 часов в зале Матери Марии состоится лекция «Анапа. Революционная». С 20 часов до 22 посетители музея смогут побывать на концерте «Лучшие джазовые хиты». Вход на мероприятие свободный. Напомним, музей Гаргипия расположен по адресу улица Набережная, 4. А я напоминаю, что партнер выпуска – Шамсихол. Если вы ищете идеальное место для проведения своего торжества, ресторанный комплекс «Шамсихол» – это идеальный выбор. Комплекс предлагает несколько банкетных залов, каждый из которых обладает красивым интерьером и просторной площадью. «Шамсихол» отличается изысканной кухней и профессионалами своего дела. Коллектив комплекса поможет провести ваш праздник на высоте.